сказочном лесу, среди сосен, елей и дубов, жил заяц-беляк. Весь день беляк бегал по лесу, радовался зиме. А еще жила в этом лесу лиса рыжехвостая, да была она такая хитрая, что с ней никто и водиться не желал. Скучно ей было бродить одной, вот она и к зайцу обращается. «Ты, заяц, должен дружить со мной, а не то я тебя съем!» Заяц даже немного испугался, хвостик у него задрожал. Но тут появились его товарищи, зайцы, и смогли лису прогнать. Заяц-беляк был добрым, оттого у него и друзей было много. Объяснили они зайцу, что одному ходить опасно. Только хотели они отправиться на другой конец леса, как за ними хитрая лиса следом. Не хотела она зайцев отпускать, но тут появились и другие лесные жители и заступились зайцам. Они объяснили лисе, что значит дружба и как надо уметь дружить. «Прости меня, друг сердечный», — сказала лиса. «Совсем отчаялась от своего одиночества. Теперь я точно буду знать, как надо дружить». С тех пор в сказочном лесу все были дружными.